Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я вам расскажу об одном очень интересном и простом способе размножения базилика. Немногие знают, что базилик прекрасно черенкуется. Он, если вы возьмете черенок, просто вот что значит черенок базилика, и поставите его в воду, то он даст фантастичные пышные белые корешки. То есть для базилика характерно размножение вегетативное, не только генеративное с помощью семян. Как мы можем это использовать? Сейчас как раз заканчивается у нас лето, уже сентябрь, сегодня у меня 5 сентября. И очень-очень скоро будут первые заморозки, и базилик замерзнет. Потому что он ужасно теплолюбивая культура. И, например, на моем участке он растет только в теплице хорошо. Просто в открытом грунте он не растет, каким бы жарким ни было лето. Но мы-то хотим еще долго лакомиться листиками этого базилика и наслаждаться его ароматом. Но если посеем даже сейчас семенами, то к сбору он будет готов не скоро, к сожалению. Этот базилик, по крайней мере, 3 месяца нужно будет ждать. А если сейчас набрать черенков базилика, укоренить их, лучше не в воде, но можно и в воде это делать, а в вермикулите или в песке, или в перлите, но лучше всего в вермикулите, там прекраснейшим образом все укореняется, то очень быстро, уже через месяц, вы сможете собирать первый урожай этого самого базилика, потому что, как вы знаете, ждать сбора урожая, если вы посеете семечку яблони, придется очень-очень долго, поэтому яблони размножают черенками, а не семенами. То же самое можно сказать и о базилике. Но здесь есть одна маленькая проблемка, нюансик такой, что очень скоро, к сожалению, уже в октябре придется этот самый базилик подсвечивать, потому что он не только теплолюбив, но и светолюбив. А день сокращается, и октябрь, ноябрь, декабрь для базилика без подсветки будут в наших краях, по крайней мере, просто убийственными. И его нужно будет досвечивать, если вы хотите собирать достойный урожай. Я желаю вам успеха в этом очень простом деле, даже ребенок с этим может справиться. Обязательно поэкспериментируйте, обязательно у вас все получится, я в этом абсолютно уверена. И вы встретите зиму во всеоружии с вкусным, ароматным, собственно выращенным базиликом. Не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал Аленин сад. Я желаю вам всего самого наилучшего!